Прошлым летом ученики 5-й Чебоксарской гимназии ездили на учебу в Германию. Теперь ответный визит. В столицу Чувашии приехали школьники из немецкого города Вельбург. Математика, она и в Германии математика. Так решили организаторы образовательной программы, по которой в Чебоксары приехали школьники из Вельбурга. И постарались включить в учебный план ребят побольше необычных занятий, на которых общение со сверстниками можно совместить с получением практических навыков. На мастер-классе по керамике школьники попробовали слепить кружку. И в Германии, когда мы были, мы тоже занимались таким сплачивающими занятиями. Наша съемочная группа, которая в школе учила английский, уже собиралась прибегнуть к помощи переводчика. Однако этого не потребовалось. У многих ребят русские корни. Они отлично владеют языком. Мы быстро нашли общий язык, и было очень приятно здесь побывать. Я узнаю новых людей, и я тренирую говорить еще лучше по-русски. Первое время гости удивлялись нашей погоде. В их родном городе сейчас плюс 15. Зато холод на улице компенсирует теплый прием, отмечают иностранцы. Мне кажется, что вот молодые русские, они к себе открыты более, чем немцы. Ну, мне так кажется. И все более как друзья. Преподаватели рассказывают, такие взаимные обмены очень полезны для школьников. Одно дело мы рассказываем на занятиях, как, тут, например, географическое положение, страноведение, традиции, особенности. Мы редко можем рассказать о быте, допустим, да? Поэтому дети сами, они жили в семьях, увидели, как в семье живут, какие у них традиции, какие правила, что принято. Например, что касается семьи, нашим детям очень понравилось, что обедают, ужинают вместе. То есть, если кто-то там приходит в другое время, обязательно ждут. Я считаю, что вообще очень важно, чтобы молодежь познакомилась, чтобы дети дружили, и потому что это их задача будет вместе строить будущее, так сказать, да, нашего общества, нашего мира. После занятий свободное время. Немецкие школьники живут в семьях российских учеников. Ребята ходят в кино, гуляют, вместе занимаются и обсуждают не по-детски серьезные темы. Мы обсуждаем то, как проводим свободное время, обсуждаем музыку, обсуждаем какие-то всемирные темы. Германия славится тем, что они мусор сортируют, и у них достаточно чистая природа, экология у них хорошо развита. И, пожалуй, один из самых приятных способов знакомства с нашей страной – обед. Особенно понравились блины. Теперь это не экзотика, а любимое лакомство. Ольга Пырочкина, Павел Рядков. Республика.